действительно мне виртуально. Просто кайфань. Я вас безумно обожаю. Такого вот добра... летом 22 года на всероссийском уровне. Самым классным было какое-то душевное отношение участниц. Меня зовут Стешина Виолетта, мне 21 год. Я победила в конкурсе «Мисс и Миссис Великая Русь». Я студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Эмоции у меня просто не передать словами, как я очень сильно рада. Впереди ждет Питер, и я очень сильно надеюсь, что там тоже одержу победу. Я чемпионка по спортивно-бальным танцам, которыми я занимаюсь 4 лет, и также я профессионально занимаюсь эстрадным вокалом. Всем привет! Меня зовут Ксения Маршева, и я стала победительницей конкурса. Мне просто переполняют эмоции. Настолько это все было эмоционально, настолько все было здорово. По-королевски все девушки уже королевы, поэтому участвуйте в конкурсе, будьте победительницами. Я вас всех люблю, спасибо огромное всем за поддержку. Для меня это шок, я просто в восторге, и я везу корону домой! Всем вечер добрый. Меня зовут Людмила Мухина. У меня приз зрительских симпатий. Каждая девушка или женщина, вне зависимости от своего роста, веса или возраста, уже королева. Я очень рада, что проводятся такие конкурсы, где каждая может почувствовать себя королевой. Приз зрительских симпатий. Это значит народная любовь. Это значит, что если
2288 людей проголосовало за меня. Это те добрые сердца, которые готовы прийти мне на помощь и поддержать меня в любую минуту. Огромная им благодарность. И это самая главная победа. Те люди, которые меня окружали. У нас Евгения Ивлева, пиар-продюсер года. На самом деле выбирали все по-честному, то есть каждому жюри, члену жюри дали высказ по поводу участниц, которые были представлены. Да, да, была интрига такая, что жюри единогласно хотели проголосовать за... забыла имя из Челябинска, которая победила первое место, но переживали, что девочки с Екатеринбурга будут возмущаться, что выиграла Челябинская эта девочка. Но на самом деле это единогласное мнение судей единогласное. Поэтому все было по-честному, от души и заслуженной победы.